Ребят, у кого есть желание посмотреть, как я ловил на это мясо на рыбалочке, я оставлю в конце видео, будет сноска. С рыбалки переходите, смотрите. Здравствуйте, друзья, приветствую вас на канале Lucky Carp. И в прошлом видео я ездил на рыбалочку с ночевочкой ловить карасика. Перепробовал все, что нужно было. И пенопласт, и пелец, и кукурузку, ничего не работало. И совершенно случайно, как-то мне казалось, мясо. И я на это мясо отлично отловился. Все в комментариях просили прислать рецепт этого мяса. Ребяточки, рецепт очень простой. Это мясо остро-сладкое с кунжутом. Давайте я вам расскажу сам рецепт. Берете 50 рублей, идете в пивной магазин и берете кальмара. Это кальмар. Самый обыкновенный кальмар. Очень вкусная закусочка. Вот здесь вот на 100 рублей. Для рыбалки вам будет достаточно вот такого кубика примерно. Держится он очень великолепно и очень твердый. Давайте я вам покажу, как он садить и в чем есть небольшое отличие здесь. Смотрите, я выбирал более твердые кусочки. Вот. Отрезал кубик от них. Смотрите. Вот так вот. 5 миллиметров будет достаточно. Смотрите. Он очень жирный. Смотрите, видите, как выделяется сок, жир. Великолепнейшая насадка для карася и леща. Я думаю, даже карп не откажется. Режете его еще раз вот так вот пополам. И теперь смотрите, в чем разница. Он слоеный. Смотрите. Видите, он расслаивается. Расходится слоями. И поэтому надо одевать его не так, а вдоль всех слоев. Тогда он будет очень хорошо держаться и никуда он от вас не денется. Прекрасно выдерживает силовые забросы. Вот так вот получается. Можно опустить ниже, чтобы был угол хорошей атаки у крючка. Можно чуть поднять. Но это не имеет значения, там будет на самой речке, вы уже проэкспериментируете, как вам будет лучше, легче его одевать будет. Вот и все, ребятушки. Вот такой вот нехитрый рецепт. Я очень не ожидал такой реакции от рыбы, что у нас рыба действительно гурман. Клюет на острое сладкое мясо. Да, запах, конечно, у него очень вкусный. Прям я сейчас сижу, и у меня шлюнки текут. Взял я себе, как говорил, вот это вот на 100 рублей. Вот такой вот один кусок огромный. Я отложу на следующую рыбалочку в пакетик. А это, наверное, я сегодня пивка возьму и попью. Так что, ребятки, пробуйте, не бойтесь никогда экспериментировать, и все у вас получится. Надеюсь, данная информация вам была полезна. Если это так, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и не забываем нажать на колокольчик. И если кто-то съездит поймать что-то, поделитесь этим видео в соцсетях. Буду очень благодарен.